Всем привет! Сегодня на сцене первого корпуса выступает факультет экономики и менеджмента. С концерта спортфака жюри отметили выступление Толи Зайцева. Его и взяли на гала-концерт. Итак, мы, как всегда, начинаем с театра. Как тебе спектакль? Мне очень понравился спектакль. Вот тема подобрана настолько актуальная, что это прям очень мощно. И ребята отыграли хорошо. Мне понравилось, как и Никита, и Дима, и девочка. Я не девочка, к сожалению, не знаю. Все отыграли классно. Как вам в целом концерт? Вы знаете, началась весна, она такая на улице холодная, снежная, но наша студенческая весна, как обычно, дарит тепло, хорошее настроение, юмор студенческий. Мне очень понравился новый термин «преподалоид», который сегодня подарили. На самом деле, все как всегда, весело, смешно, креативно, творчески и очень красиво. Молодцы, очень рад. Спасибо за такое приятное, такое очень классное настроение. Как вы поставили танец? Это было все общими усилиями, это было довольно-таки трудно, но мы справились. Но это все делается постепенно и, главное, с душой. Как вы создавали моду? Рита рисковала эскизы, и потом мы вместе всей командой додумывали. Ты выпускница. Да, я выпускаю. Сколько ты вот со студклубом? С первого курса? Да, с первого курса. Уже плачу, что выпускаюсь. А как вы придумали, вот костюмы мы вместе или как? Репетиции проходили, наверное, днями и ночами, потому что костюмы сложные. Не знаю, все в голове. Ну, просто показала девочкам свою задумку, они уже сами какие-то свои коррективы внесли, за что я им очень благодарна, потому что мы одна большая команда, и я без своих девочек бы точно не справилась. Вот я видела тебя осенью, ты у химиков выступал, теперь ты вот здесь выступаешь. Где ты еще будешь выступать? Как так получается? Они просто просят тебя? Перед концертами я сказал такие слова, что студ-клуб — это большая семья. Если меня просят, вот даже у химиков, когда в миниатюрах, мне нужно было просто выйти и постоять. Если им кажется, что я нужен, я помогу. И советую каждому делать то же самое. Следуйте за мечтой. Никогда, никогда не думайте, что университет — это просто учеба. Это шанс проявить себя абсолютно во всем.